Не поняла, что вы сказали? В парламент депутаты требуют кунаска лимба румына. У нас многонациональная страна, и русский язык является языком межнационального общения. Он в основном в законе прописан, поэтому надо придерживаться где-то. По инолеге, если здесь я меня корчи функционар публик, дальше депутатам парламент требуется ворбяска лимба адестат, лимба румына. Не лимба румына, лимба Молдовы. Лимба Молдовы. Молдова. У нас страна Молдова, язык молдавский, он в Конституции. Дамы и господа, приготовьте ваши палмы и бейте, бейте в них, потому что сейчас на сцену выходит депутат Елена Хренова. Хренова меня в документах зовут, хоть и живется мне не хреново. Румыны хотят меня песты брут, а я говорю на лимбе Молдове. Послушай меня, я депутат Хренова, страна Молдова и лимба Молдове. Послушай мою депутатскую рожу, страна Молдове и лимба тоже. Сам депутат, живется мя прекрасно, курсу де лимбе Молдовам терминат. Дар в законе написано фуарте очень ясно, ну и обязательно лимба дистат. Послушай меня, я депутат Хренова, страна Молдова, лимба Молдова. Послушай мою депутатскую рожу, страна Молдова. Афемин, Тулуй, Бурик, это в многовековой молдавский язык. В Канаде канадский, в Бразилии бразильский. А почему в Молдове румынский? Ну почему? Какой лемба румина, если у них элементарные слова отсутствуют? Как будет по-румынски апедулче? Как будет костюм спортив? Как будет все примешьте? Видите? Румынский язык в Румынии, а у нас? Послушай меня, я депутат Хренова, страна Молдова, лимба Молдова. Послушай мою депутатскую рожу, страна Молдова и лимба тоже, и лимба. Коллеги, я обращаюсь к вам. Пожалуйста, ваши вопросы задайте мне на русском языке, вы все им хорошо владеете. Еу варбеск пуцин лимба дистат. Я еу антерминат ла курсуй, доу курсуй лимба дистат. Я учусь, и язык, конечно, я освою. Но просьба, пожалуйста, обращаться ко мне. Выходит депутат Елена Хренова. Хренова меня в документах зовут, хоть и живется мне не хреново. Румыны хотят меня песты прут, а я говорю на лимбе Молдове.